оттуда, а тут вот ты покомандуешь. Тут я покомандую, а тут вот ты покомандуешь. А потом говорит, давай, старший лейтенант. Потом будешь рассказывать внукам, как дед служил в ракетных войсках. И до сих пор эта фраза мне всегда сверлит. Еще дочь была маленькая, еще первый день. Да, Таня ходила в один. Боже мой, когда там до внуков? Это еще дистанция огромного размера. Николай Антонович, а где в Забайкале были? Где я в Забайкале был? Я в ТРБ служил. Где, в какой дивизии? На Ясной, да? Да, на Ясной. 7 лет пробыли? А мы 6 лет там вдоль. Мы были, мы 69 по 75. А мы 69 мы ехали. Мы приехали в Балагое. На Афане, ну, мы 69. Мы приехали в Балагое. Мы 69 в сентябре приехали. А мы 75. И вот мы 69 года с ним подружились. Да, подружились. 69-го? Да. А мы 69-го? Мы Таню выдавали замуж 76-го. 77-го. Ну, и дети наши, вот сейчас вот эти самые, Анечка и это Люда. Ой, Лена. Ну, копия, как в свое время, Наташа была с Людой. Точно такие же, абсолютно одинаковые. Да, Оля колясочку это везет, и они такие. Олечка, а кто тебя познакомил с Яковом Самуиловичем? Меня? Нет, Галя. Галя Кремер. В Советской армии ракетные войска их познакомили. Да, ясно. Она с завода Ленина ездила. Да, с завода Ленина в командировке. А он зашел в нашу комнату, у него какой-то паспорт прибор. И больше не ушел. Не спорь. Не спорь, чужой. Все, больше не ушел. Не спорь. Разве можно было уйти? Я сидела на кровати, ты зашел в комнату. Это какой год был, Лена? 71-й. Они же 35 лет прожили. Да. 71-й. Да, мы приехали в 69-м туда. 35 лет. А как тебя послали с Ленина, понимаешь, туда? А работала на заводе, же делали для их аппаратуру. Да, они там завалили работу, а ты поехала. А я поехала исправлять. Ну я же знала, я раньше. Оля была монтажницей, да? Паяльщицей, да? Правильно, они вот монтажники ездили туда. Я помню. У них крысы поели эти кабеля. Мы там. Ну да. Мы с ним сразу самое слухались. Булгакова. Ой, я помню эти кабельные стволы, как у нас. До того донимали. А Оля уже знала, когда уже она родила уже с детками. То затекает, то это сопротивление не проходит. Как я понял? Не, я же сразу же сидят, да? А то мы же свечами. Мы уже баланку ракету поднимаем и вот такие вот это. Ну, где ты ракетный? Да. А то где? Ружана. 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 50 ракетной армии нашей. Да. Ружана, я знаю. Ружана. Ну, пружанская дивизия. Да. Управление в Пружана было. А полк Пружана. А Ольга с вами живет?